Красный диван приехал в Брюссель, но еще не добрался до европейского квартала. Для начала нам надо остановиться в Моленбеке, одном из центральных районов города. Он часто упоминался в СМИ в нехорошем контексте после серии взрывов в Брюсселе. Да, у этого района сложилась плохая репутация, но за время нашего предвыборного путешествия мы поняли, что мир не делится на черное и белое. Вот почему было бы очень интересно поговорить с местными жителями и узнать, что они думают о своем районе, о его проблемах и о политике в целом. Мы прекрасно знаем, что в это воскресенье выборы. Мы даже пойдем голосовать. Я тоже пойду, но проголосую против всех. Мы голосуем, и каждый раз нам обещают помощь, обещают работу. Но в прошлый раз мы проголосовали, и ничего не поменялось. И теперь мы будем голосовать. Но кто нам поможет? Мы ищем работу, но работы нет. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Теперь мы большие протекционисты, мы больше думаем о национальных интересах. Мы не думаем о сообществе, о Европе. Нас больше волнуют проблемы наций. Посмотрите на Францию и Германию, и, к сожалению, на Великобританию, которая уже решилась уйти от нас с Брекситом. В Европе надо стремиться к лучшему, а становится хуже. Это нелегко для всех. Для Европы это трудные времена. Ее раздирают со всех сторон.